На ваш розгляд виноситься законопроект 3726 про приватну детективну розшукову діяльність. Звертаю вашу увагу, що цей законопроект є пунктом виконання нашої коаліційної угоди. Також виконання і прийняття цього законопроекту дозволить Україні зробити крок назустріч тим успішним країнам світу, їх біля 100, які вже успішно запровадили діяльність приватних детективів. Цим законопроектом ми створюємо нові робочі місця. Ми даємо можливість людям працювати за новою обраною спеціальністю. Запровадження цього законопроекту не потребує видатків з бюджету, а навпаки, створює можливість залучення нових податків. Цим законопроектом ми значно зменшимо криміногенну ситуацію в країні. Прийняття цього законопроекту є нашим обов'язком перед нашими виборцями, які очікують на наш позитивний розгляд і прийняття цього законопроекту. Прошу голосувати за основу. Дякую за увагу. Уважаемые депутаты, законом о детективной деятельности мы всего лишь делаем ситуацию в Украине подобной европейским странам. Во всех цивилизованных странах существует понятие частной детективной деятельности. Задача детективов – помочь гражданам, юридическим лицам найти необходимую информацию, собрать доказательства, которые позволят добиться результата в гражданских, уголовных или административных делах. Вы все знаете примеры частных детективов Соединенных Штатов Америки. Это эффективный инструмент в воссоздании справедливости в обществе. Этот закон не будет влиять на нарушение прав граждан. Частные детективы будут иметь лишь возможность собирать информацию путем официальных обращений в органы власти, путем использования аудио- и видеозаписи в открытых местах, которые сейчас уже предоставлено право законом о национальной полиции снимать каждый, кто кого хочет. И я могу сказать, что этот закон важен, поскольку фактически услуги частных детективов уже сейчас осуществляются в Украине без должного законодательного регулирования. Поэтому давайте мы введем эти вопросы в рамках закона. Это совершенно правильный, разумный, взвешенный закон. Спасибо за внимание. Голосуем. За 231.